Всем добрый день, дорогие друзья! В этом видео я вам покажу реакцию детей на все подарки, чем они занимались, как они играли. Покажу, как Маше мы вручили подарок, который прислали нам с Германии. Поэтому смотрите, потом не забудьте написать ваши комментарии. Спасибо заранее Оле с Антоном. Они очень порадовали детей, очень порадовали меня. Я очень благодарна им. Я всегда им благодарна, я всегда всем благодарна, кто как-то радует моих деток. Дай Бог вам всем здоровья и хорошего просмотра. Ну давай, смотрите, как, ребята, она светится. Тесе это нравится? Да. И звук классный. Авторские права не получить. Да, звук не включает, а авторские права, да, отключат. Ну вот такая вот колонка вообще классная. Тяжелая такая. Все, ты довольна? Да. Спасибо. Так, мы решили раскрыть вот этот набор и показать. Ну, тут, по идее, на упаковке написано, какие, да, штучки есть. Пластика. Но мы хотим все равно посмотреть, потому что нам не имется посмотреть. Так, подожди, Оксенька, подожди. Кружочек вот такой, да. А это что? Единорожек. Оксана любит единорожика. Держи. Так, это лягушка. Да, ведь? Вот. Это лягушка из цвета? Да. Эти кошки чуть положили. Подожди, подожди. Они большие. Да, потому что они большие. Да. Белка. Так, а это что? Это птичка. Да. Слушай, ты сможешь всякие сделать, да? Сердечко. А вот для птички цвета есть это. Ага. А, тут как делать даже есть. Классно, слушай. Спасибо огромное. Егорка, что ест? Уже печеньки открыл. Снежинка. Вкусная? Вкусное, сказала, спасибо. Егорку уже палочки открыл. А это этот конек, рыбка морская. Ванечка уже, смотрите, Ванечка уже делает. Да, Ваня, покажи, как ты делаешь. Отя, молодец, моя умница. Ванечке это мелкое моторику делать хорошо. Тихо-тихо-тихо, подожди, Ваня, не надо много. Чуть-чуть возьми, зачем много взял? Смотри, сыпишь. Смотри, вот ты насыпал. Да. Давай покажу. Вот такие вот там палочки Ванечка уже открыл. Ну, нет, сердечко, ну. Ваня, а я пока не хочу, подожди. Дальше вот такие вот. Вот такая вот у нас Света. Егора тут. Хорошо тебе нравится? Мягкая, да? Но она мягкая. Холода будет хорошо. Нет. Так, дальше смотрим. Тут, слушайте, так много их. Кружочек просто. Тут Света их так много. Дельфинчик. О, Мишка. А у нас Мишка был уже, нет? Нет. Не было, да? Мишка. А вот Мишка, да. И как где? Аваф, да, да, хорошо, аваф. Это лошадка или поняшка какая-то. Ну, вот так вот делается она, да? Так, подожди, Оксана. Оксана, я не успеваю. Вот такая звездочка. Игуго, да, игуго, хорошо. Еще сердечко. Слушайте, их так много здесь. Тут все смогут, всей семьей смогут они играть. Все детки. И вот такой кружочек, и вот такие вот штучки. Дай, подожди, подожди, не закрывай. Здесь вот такие вот штучек. А не надо, не надо. Там вот так видно, какие они цветные. Смотрите, Ванечка делает. Делай, делай, Сенечка, делай. Да? У меня коллекция только одна машинка. Угу. Да, это Ванечка. Хорошо. Да. Сейчас. Так, Светик еще одну кофту одела. Ну, вот это вот хорошо тебе тоже, да? Угу. Тебе нравится она мягкая такая, да? Приношу извинения, тарелка на столе, это просто салат мы кушали. Ну, мне нравится, хорошо смотрит Света. Так, тут... А так ты вот эти вот разлаживай. Смотри, как они у тебя неправильно стоят. Тут на вот так вот в дырочке, видишь? Дырочки вот так вот, да. Вот, делай, да, вот так вот, вот, Мариночка, молодец. Ой, Мариночка, Оксаночка, молодец, умница. Ой, время уже 5 часов, сейчас в садик пойдем. Ты спать будешь? А, ты играть будешь? Ванечка тут сидит такой довольный. Да? У нас тут на полу упаковка валяется, сейчас будем убирать. Так, Светика дела еще одну футболочку, вообще она на тебе хорошо смотрится. Размер прям твой, вообще идеально. Вот такая вот футболочка. Дальше примеряет она. А потом она обувь все примерит. Посмотрит, что ей там будет хорошо. О, какая! Да. Ванечка, ты рассыпал. Смотри, рассыпал.
А, ну делай, по одной штучке бери. Пускай лежит здесь, положи. И по одной бери и туда делай. Вот смотри, вот как мама... Так, где? А, нет, тут вот это вот, да? Вот так вот по одной делай. Ну, у тебя тоже красивый очень. Молодцы. Так, Светик еще одну кофточку примерила. Мамы. Да, стразики классные, да? Тут сетка. Сеточка? Да. Ну, она плотная сеточка. Угу. И вот такие вот у нее получается кофточки. Тебе нравится? Да. Спасибо большое, да? Ладно, дальше мерей. Еще есть что-то мерить? Да. Все? Осталось обувь только тебе померить. Ну, вот такие вот, ребята, у нас новости. Спасибо огромное. Тут вон уже дети распаковали эти игрушки. Тут уже и денежки они распаковали все. Егора... Ой, Ванечка будет играть в магазинчик. Да, Ваня? Егора будет играть в магазинчик. Егор аж засмеялся. Ванечка, нас с тобой путают, да? Да. И... Так вы одинаковые. Два близнеца с одного лица. Ну? А там... Дай, кстати, я посмотрю этот каталожик. Я его открыть просто одной рукой не могу. Смотрите, ребята, тут вот такой вот каталожик есть. И здесь... О, слушай, тут даже эти кукольные всякие можно делать. Да, смотри, делай. Ой, мама лезет, да, единорожка. Ну, тут вот все такое... Ой, я не вижу даже, что снимаю. Тут всякое такое красивое. Потом вот Света займется. Ты давай, Света, будешь снимать на свой телефон и на канал Влог Рукодельниц. Или сюда выкладывать будем, да? Всякие человечки всякие делать можно, да? Прикольно. Вообще да? Классно. Не, я не хочу. Ваня там. Ваня, тебе предлагают. Не. Не, не хочет ребенок. Света кроссовки пошла мерить. Ребенок занят. Да, ребенок занят. Он тут это... Он любит вот такую вот мелкую моторику. Это для детей очень хорошо. Вот такие вот штучки, мелкая моторика. У нас... О, ты как будто дверку сделала, да? Мама, мой! Да. Не получается? Ой, падает, да? Ну, ты старайся. О, смог, да, Ваня? Вот, смог. Книжечка очень хорошенькая, она очень толстая, я всю не успею показать сейчас в садик, потому что надо вот идти. Вот такие вот классные. Спасибо большое, спасибо огромное. Маме. Ну, сейчас я проверю. Маме. Дети счастливы, это главное. Ты, дитё, счастлива? Отвернулся. Ладно, все, буду сейчас собираться в садик. Они не маленькие. Так, мы перебазировались на кухню. Тут пол получше, чтобы вам было приятно смотреть. Хорошо. Света одела первые кроссовки. Ну, тебе нравится? Да. Тебе в них удобно? Ну все, сейчас мери вторые, третьи, следующие. И посмотрим, что она выберет больше из всех кроссовок. Так, Света одела белые, они вот ей хорошо, ну это... А я померила вот такие вот. Они мне хорошо, но они узкие. Давят прям очень сильно. Хотя я уже расшнуровала очень сильно. По идее, можно это еще расшнуровать посильнее, да? Mm-hmm. Может, тогда будет нормально. А так они мне по размеру... Ну, толстый носок, вот, например, я не одену. Я сейчас на тонюсенький носочек одела, и так нормально. Но они очень теплые, смотрите, какие они теплые. Зимой буду носить. Сейчас попробую. Ну вот оно, видите, тут. Попробую еще раз шнуровать. Оно вот в этом месте вот именно почему-то давит. Ну попробую еще раз шнуровать, а так вообще мне понравились вот эти вот ботиночки. Они то, что удобные. Ладно. Дальше детки меряют. Света меряет черные. Что, хорошо они тебе тоже? Угу. Все, ты все померяла? Да. Ну, только не все тебе хорошо. У тебя, слушай, уже столько кроссовок много. Ну-ка, встань рядышком две ноги. Один белый, один черный. Можешь так ходить. Ну, в целом, вот так вот. И сразу покажу, чем сегодня мы занимались. Муж сегодня нашел старое железо, вот здесь вот оно у нас стоит, чтобы вот сюда вот стелить возле печки. И вот здесь вот он постелил лист ДВП, замазал стену, обои еще что-то оторвал. Ну ладно, а это чтобы замазать, он, наверное, оторвал, потом заклеит.
В целом будем здесь тоже к стенке делать железо, потому что мы здесь всегда ложим дрова, и стенку приходится очень часто замазывать, потому что она, ну, дровами ломается. Но вот в целом пока вот так вот. И сегодня, надеюсь, сейчас пойдем в магазин, купим плинтуса, будем ложить плинтуса по всей кухне. Так что вот такие вот у нас новости. Так, мы открыли фломастеры, ну, посмотреть, какие, да, двухструнные, ну... Вон, Оксана, что сделала? Типа текста выводителя? Слушай, классные. Я иногда буду у тебя брать, ну? Я обычно буду говорить. Ну? А давай вот эти вот, мне вот эти вот интересно открыть, посмотреть, какие они вообще и как ими пользоваться. Давай. Я не могу. Давай. Одну хотя бы давай упаковочку откроем. Слушай, что такие цвета интересные. Ну-ка, открой это. Попробуй вот посюда поводить. Тут воду надо сюда. Слушайте, оно без воды даже, смотри, рисует классно. Слушайте, огромное спасибо. Мама! Там, наверное, краску, да, надо заливать? Может, да. Другую сторону, наверное. Потом. Но потом разберемся, посмотрим. Они, может, как-то вскрываются, чтобы их заполнять. Напишите, пожалуйста. Вот такие вот тут такие четыре цвета, и здесь четыре цвета. Мама! Огромное спасибо. Мама! Ну, художник. И Света себе выбрала вот такой набор. Мама! Ну. Мама! Ну. Да. Вот такие вот красивые. Ну, слушай, классные. Спасибо огромное. Всем привет. Маша, ты видела, да, что мы распаковали посылку? Тут ребята играют у нас. Мариночка, поздоровайся со всеми, Мариша. Привет. Да. И как ты думаешь, тебе что-то есть? Нет. Да, ты так уверена? Ну, держи, смотри. Ваня, тихо. Тебе вообще нравится рюкзак? А посмотри, какой брелок там у тебя красивый. Да. Видишь, написано прям Маше. Это специально для тебя. Открывай. Тоже, видишь, написано Маше. А ты посмотри, какие блокнотики там интересные. Раскраски. Тебе нравится? У тебя не было ничего такого никогда. Дальше. Смотри, что там у тебя еще есть. Есть что-то еще там, нет? Пенал тоже для Маши. И все, да? Ну, там в коробке, по идее, еще варежки, перчатки. Ну, перчатки там есть. Тебе нравится? Ты довольна? Всем. Мне понравилось. А спасибо, кто должен говорить? Я, что ли, за тебя? Спасибо, сказала. Пила. Да. Пила. Что ты? Пила. Да. Тебе нравится? Да. Ваня чем играет? Покажи, чем Ваня играет. А где у тебя все? О, ты зачем туда стразики пересыпал? Ну, ты по-своему, да, делаешь? Ну, ладно, делай. Тут он ребятишки тоже играет. Все набрали. Одну банку я с такими штучками убрала, и вот они тут играют. Ты довольна, Маша? С каким портфелем теперь будешь ходить? Ты можешь теперь по два портфеля ходить. Один день с одним, другой день с другим. А на пенале видела, какой там это брелочек? Ты уже пока сказала? Ну все, иди. Чумазик. Какой? Тебе нравится? Ну все, вот так вот. Машенька довольна. А блокнот, смотри, какой Машенька у тебя красивый блокнотик, да? Ну вот так вот. Я еще, дорогие друзья, Свете купила такую вот сумочку для маркера всех, которые ей прислали. И увидела вот такой вот маркер со сменными картриджами. Ну вот где смены картриджи покупать, не знаю. Там еще разные есть. Мы вот ставили, слушайте, классный, да? Да, вот Света уже испытала. Тут и красиво рисует, ярко. Но держи, а то я уроню ведь. Завтра там еще разные цвета есть. Желтый, оранжевый. Купить завтра тебе? Ну, вот такие вот еще и тоже такой же маркер купила. И вот она уже начала тут первый листочек раскрашивать.